Будем работу такую шахту будем зарабатывать. Сейчас найдем там, не знаю, камень, там металл, серебро, бронза, золото. Ну, больше всего хочу золотом, конечно же. Сейчас чуть-чуть добуду. Вот добываю. Я же каменщик, работаю 3 дня. Один металл. Ну, вот так надо искать эти кучи, выкапывать и получать их там в инвентаре. Фух, давайте посмотрим. Слэш тайм. Сейчас. Блин. И 16:55. Прошло где-то, не знаю. Опа, 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 опа. Еще одна кучечка. Хочу сейчас продать. И я, короче, 3 кучечки взял на дороге. Да. 16:56. Ну ладно. До 1 минуту больше. Давайте. Так. Так. Вот. Самый. Так. Вот. Кто больше денег камень скупает больше всего. Ну и вот 14 500 металл стоит. Ничего себе, много, если честно. Сейчас поработаем там 10 минуточек и вернусь за вами. Фух, вообще было сложно. Потому что конкуренция вообще большая, как вы видите на карте. Ну да ладно. Я заработал 6 штук. Это 83 тысячи. И камни 11. Зарабатываем где-то 130 тысяч за 10 минут. Угу. Понятно. Ой. Господи, что это такое? Ладно, ладно. Ну, мы не умерли. Все хорошо. Короче, я сейчас буду в 5 утра играть. Ну, у меня 9 по моему времени. И вот что я добыл за 30 минут. Продаем свою кирку. Мы богаты. Да. Приедем сейчас, ну вот, на рынок. Вот какие цены я продаю. Ну и ждем покупателей. Да. Вот покупает за там за 20 рублей вот это, которое я продавал. Ну я тупой, и можно было продавать за 5 000, за 15 там. Ну я просто не знала на эту цену, я просто... Вы помните, в другом сервере там ловил в мусорке. И, короче, я их взял. Ну ладно, ничего страшного. Мы же не потратили на них денег. Вот я что-то продал, не знаю, что. Так, все, не хочу больше. Ну ладно, шучу. Еще буду. Ну и смотрите, сейчас. Вяу, вяу. Давай, давай, давай. Нажимаем, нажимаем. А то скины нам не нужны. Так, вот. Дерево за 25 рублей. Если все куплю, то продам за, могу, 100, там, 400. Я сюда перейду, потому что ко мне вообще почти никто не ходит. Так, все. Короче, я все продал. Наконец-таки. Фух, было сложно. Я вам скажу, сложно. Ну и, короче, блин. Ну да ладно. И, короче, я перезашел, потому что мне надо поехать на ферму, а у меня там машины же нету на парковке. И я произошел, чтобы взять скутер. Ням-ням-ням. И покушать. За 500 рублей полная еда.
Нормас. Пожрали, пожрали. Сейчас поедем на ферму, поработаем чуть-чуть. И будем заканчивать на серии. Вот, короче, переоделся. Да. Красивый мужчина. 200 тысяч заработал. Всем удачи и всем пока-пока.